Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня у нас на обзоре сразу же две SCP игры. А почему так вышло? Потому что они обе сами по себе очень короткие. И честно говоря, они меня обе смогли напугать. Поэтому давайте же начинать. И да, у нас игра выглядит в принципе как Containment Breach, но управление здесь, конечно, да. Вот вы чувствуете это, да? Я не знаю. А, мне даже код не надо вводить, погодите. 1162. А, это то самое отверстие, ну хорошо. Так, тут камера, я туда руки свои совать не буду, извините. Мне надо просто в офис. Что? А как меня вообще зовут? Какой я доктор? Если я вообще доктор. Так, тут есть масочка, наверное. А я взять не могу, что ли? Погоди. Не, ну... Серьезно, я просто могу зайти и даже не могу надеть ее. Ну, ладно, игра как-никак про деда, по всей видимости, все равно. Ой, здравствуйте. Погоди, дай узнать хоть кто я. Я даже не могу на свои ноги посмотреть, чтобы понять вообще, я класс Д или там ученый. Здравствуй, что-нибудь расскажешь мне? Так, ладно, идем. А ты типа за мной? А, нет, ему вообще на меня насрать, он просто куда-то в пустоту смотрит. Так, и что? Найди ключ-карту и зайди в чембер 106-го. А ключ-карта, а где она у меня, собственно? Да стой, я понял, что назад пути нет, а шо ж ты меня так поворачиваешь? Так, секунду. О! Ой. Чё? Извиняюсь. Я сейчас, конечно, как дебил заорал. Я просто не знал то, что он там сзади, этот дед пристроился, блин. Да. Вот теперь... Я угадал? Нет? Что? Видимо, угадал. Так, все, теперь не задерживаемся, просто идем хоть куда-то. Так, все, я понял. Тут дедовский помет какой-то сейчас сквозь стены меня будет тут, блин, хватать. Так, все. Блин, какие-то коридоры бесконечные сейчас будут по всей... Опа. А, тихо. Я не знаю, почему я от него так ору, блин. Ой. Твою мать. Что ж ты меня так заставляешь-то орать, а? Ой, блин, я аж сба... Нихера ты топаешь. Погоди. Погоди, это же страшно. Ну ты чё, дед? Давай. Чему такую походку сделали? Сначала я что-то испугался, когда он меня там сзади что-то тронул, блин. Щупать меня начал, блин. А теперь что-то как-то... Нет, это страшно все-таки. Так, ладно. Да, по адресу вообще прям. А, ну да, сейчас за... О, все. Пока. Я пока. Ой, так, ну допустим сюда пройдем. И все нормально будет, нет? Или. Это если я дальше пройду, он быканет, да? Да, все верно. Вот специально меня пытаетесь запутать, да? А я сейчас просто прямо пойду и мне на. Ссать. Прекрасно. О, тихо. Ты, блин, открывай, а. Ну и что? Теперь-то я куда пришел? Вот. Не трогай меня, дядя! Не надо, дядя, стой, не надо. Не надо, дядя, не надо, стой. Вроде я нашел, да, все верно. Мне надо вот сюда, а дальше-то... Блин. Ой, дед, дай мне карту, пожалуйста. Я не хочу ее искать. Просто отдай мне эту проклятую... Ой. Чёртову карту, в общем. Приперся куда-то. Так, телек. О, хочешь посмотреть это? Там, не знаю, парад там какой-нибудь. А? Старик. Так, я должен снова туда вернуться, потому что, ну, во-первых... Я так ничего толком не посмотрел. Так, это что такое?
Нет, я вот здесь конкретно, я могу сдохнуть? Вот я сейчас задом пошел. Ну все, 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 я не хочу это слушать даже. Так, сейчас нужно будет выбирать последовательность. Сейчас давайте сначала налево. На, нет, это была говно идея. Так, вот здесь следы какие-то. Ну, вот она, вот она, вот она, вот она, пьяха-муха. Ты мне мешаешь, дед. Может, сюда? Сюда же? Да-да-да-да, сюда. Я просто хочу уйти. Ой-ой-ой-ой-ой. А знаете, что это за звуки неприятные такие? Это у нас, по-моему, переламывают ноги какой-то дэшки. И да, вы сейчас... Ну, я потише чуть-чуть сделаю, чтобы, ну... Ну, согласитесь, конечно, не очень приятные звуки здесь. И... Игра оказывается, ну, просто настолько короткой, я даже не знаю, как это все. Вот за сколько я ее прошел, ну, серьезно. Итак, нашел еще какую-то СЦП про скромника. Вот он там что-то вроде сзади сидит, я его еле вижу. Но ладно, мне показалось то, что видос получился коротким, и поэтому пусть хотя бы там на 15-20 минут он растянется и... Что здесь происходит? И вообще, карта очень сильно напоминает Ice. Хотя нет, уже не напоминает. Но тут, конечно, очень жесткий срач. И здесь нам нужно собрать 9 вот этих... 9 изображений каких-то скромника, по всей видимости. Я вот вроде что-то смотрел описание. Так, давайте-ка погромче сделаем это все дело. А, что это так быстро сейчас все будет? Так. Ну, блин, я же не хочу третью игру снимать. Ну, что ж вы в самом деле-то? Так. Нет, игра, лучше дай мне это. Лучше задай жару, я не хочу так быстро заканчивать. Это же вообще не серьезно. Я скачал игру, которая очень сильно похожа на Ice почему-то. Это очень странно. Так, погоди. А здесь есть какая-то карта, да? Да, чем она мне поможет, блин? О чем я только думаю сейчас? Так, ну да, что-то похоже на Ice все-таки есть. Ну, разве что за скромником не... Блин, ой. Иди ты в жопу, тварь. Ой, боже. Ты откуда ты взялся? Ладно, ладно. Вот начал жаловаться, и как жахнул просто. Я вот сейчас реально телефон выкинул. Вот все, да, жаловался. Скромник сейчас очень серьезно себя повел. Вообще прям очень жестко, очень жестко. Я не знаю почему, но я испугался. И вот прям вообще без шуток. Это было очень странно. Я не понял, откуда он взялся. Я же не слышал даже, как он подбегал. Я даже звук специально для этого погромче сделаю. Но его же нет здесь, правильно? Он что, спавнится, что ли? Да ну нафиг, ты что? А может, после четвертой записки? Так, ну ты же из темноты не выйдешь. Да вроде нет. Так, я что-то это, сбился с ориентира. Потому что вообще как-то непонятно он появляется, честно сказать. Если это можно вообще назвать появлением, откуда он реально взялся? Твою мать, да иди ты в жопу! Все, 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 я понял. И чё, он не... Он все? Так, с ума сходит? Так, погоди, я заболел. Так. Ты чё? Скромник, ну в самом деле, откуда ты берешься? Ты просто появляешься? Да ну нафиг. Погодите-ка. До этого я собирал 9 картинок. А теперь до этого их было 9, 10. Еще и в придачу.
Это баг или это фича такая? Я не понял. Так, ну допустим, давайте попробуем еще раз. Так, мы... Стоп, это больница из Айза, серьезно? Да ладно. Да, это... А вот теперь у меня много вопросов к игре. А я думаю, что она мне такой знакомой кажется? А это, мать его, Айс. Я тут уже все собрал почти, скромник. Я тебе советую сейчас поторопиться. Скромник. Ну давай, испорти мне игру, давай. И заставь меня обосраться, как не знаю кто. Ну давай, скромник, давай. Вот готов еще раз сейчас телефон выкинуть и просто, не знаю, попытаться его удержать хотя бы в своих руках. Хотя нет, сейчас уже вряд ли он меня сможет так напугать, но просто серьезно. А, нет, он все-таки умеет ходить, понятно. Все-таки он умеет ходить. Ладно. Ой, идет. Все. Ой-ой-ой, как быстро идет, как быстро. Бляха-муха. Ты дебил, ты конченый. А каким хреном теперь мне надо 7 собрать? Это серьезно, эта игра такая баганая, у нее такие супер задумки, да? Или что это такое? Как это вообще понимать? Получается, я сейчас пройду игру таким образом? Типа игра мне так жестко поддается? Ой, тихо, ты там не идешь? Слушай, тебе лечиться надо, поэтому спускайся сюда, там, не знаю, прооперируй. Ах ты, крыса неблагодарная, я тебе тут такие услуги предлагаю, а ты там меня поджидаешь, да? Вот так ты, значит, поступаешь, да? Вот ты тварь, конечно. Ай, понятно. Да ты чё, сайка, что ли, в прошлой жизни был в самом деле, блин? Ты чё меня, как ты меня нашёл-то вообще? Всё, я пошёл. Бежать надо отсюда. И причём очень далеко. Да иди ты нахер! Боже, какое ты чмо всё-таки, скромник. Ты меня задолбал. Всё. Это должна быть победная попытка, по-любому. Я здесь взял 2, плюс у меня еще ко всему 6, вообще, это самое минимальное в этой игре, по всей видимости, количество. И, так, игра, поддайся, пожалуйста, тут этот скромник уже, не знаю, наверное, минут 10 надо мной издевается, правда. Ну, серьезно, дай мне фору. Это не смешно уже. Я, конечно, понимаю то, что он почему-то меня очень круто напугал, но... Меня теперь он начинает немножечко злить, по большей части. Потому что он меня с двух ударов выносит. Он, конечно, не как Маруся из Dungeon Nightmares. Но все равно он просто это... От него сложно убежать. И вы еще и здесь оставили мне вот так вот мало бумажечек, серьезно? Форы никакой не будет, серьезно? То есть эта тварь сейчас будет стоять. Не, нам надо его как-то оббежать, это не дело. Да все, похрен на тебя. Я не знаю, кто ты там такой, кто ты есть. Он, кажется, сразу знает, где я нахожусь. Нет, давайте просто бежать. Мне похрен абсолютно. Так, все, не оглядываемся, мне похрен. Похрен, похрен, похрен. Все, пока. Ну, это до свидания. Так. Ну, допустим. Последнее осталось. Там последнее управление дебильное. Все, 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 все. Собрал. Все, я собрал. Эй. И мне к выходу надо. Да ну нахер, а где выход? В таком случае. Может, это выход? Или я как лох сейчас позорно умру? О, да. Нет, я все-таки это прошел, вы не поверите.
Я прошу эту странную фигню. И так, тут начинает играть какая-то музыка, и я, пожалуй, убавлю звук. Вот такие вот две игры у нас в видосе. На самом деле я ни разу такого не делал, чтобы две игры в одном видосе было, но поскольку я решил, что в данном случае будет лучше сделать видос подлиннее, то решу поступить именно так. Поэтому все. На удивление, меня эти две игры очень странно пугали. Может быть, потому что я записываю ночью, и из-за этого у меня как-то башка не работает, и я взлетаю от просто рандомного скримера. Ну, хотя, если говорить касательно скромника, то действительно, один момент, конечно, был очень неожиданным. Ну, конкретно его первое появление. Я просто действительно взлетел. Я даже не представляю, какой там звук был, когда я уронил телефон. Но ладно, все. Я потом это пересмотрю. Все. А ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.